Я часто встречаю таких девочек, которые, знаете, такие в стиле, я не знаю, как это перевести, такие guys girl, да, то есть это как пацанки, что ли, которым более комфортно взаимодействовать с мужским полом, дружить с мальчиками, которые не любят стиль Китти и не любят эту сопливость, эмоциональность. При этом, когда я с ними уже на консультации работаю, то по факту это не влияет на их одиночество или точно так же разводы, которые за плечами. По факту, кажется так, может быть, все-таки, если мы рождены с вами девочками... Лучше быть девочками. Но все же, от каких типов женщин бегут мужчины? Первый тип такой, знаете, я самая умная. Знаешь, что если бы ты поговорил с начальником, то давно бы уже был бы на должности выше. А знаешь, что я давно тебе говорила, что если ты перестанешь просиживать штаны, начнешь хоть что-нибудь делать, то в конце концов сделай какой-нибудь бизнес. Ой, мы бы давно с тобой уже разбогатели, если бы хоть только что-то начал делать. Ты знаешь, что если бы я была на твоем месте, то я бы давно бы уже, ну, во всяком случае, мы были бы уже гораздо был в лучшем положении. Второй тип. Я точно знаю, как должно быть. Дорогой, поставь, пожалуйста, вариться гречку на медленный огонь. И да, накрой, пожалуйста, крышкой. Третий тип. Я же говорила, что у тебя не получится. Я же говорила, не высовывайся. Ой, я же говорила, что ты простудишься. Почему ты шапку не надел? Я же говорила, что ты, если не бросишь пить, то у тебя будет рак печени. Четвертый тип. Я не жадина, я экономная. Не трогай, это я ребенку оставила. Заслужи сначала. Зачем тебе это? Купи что подешевле. Вон картошки себе свари, у нас на это нету денег. Ну и пятый тип такой, знаете, я занята. Приготовь себе сам, я так-то тоже вообще-то работаю. С ребенком поиграю, он тебя вообще не видит. Я с ним целыми днями сижу. У меня нет сил на секс, я как белка в колесе, измотана. Забрось вещи в машинку, убери свои вещи. Какие друзья? Мне не до тебя. Ой, пусть твое нытье выслушивает твоя мама. Собственно, после всего этого возникает вопрос, а от каких же женщин не уходят мужчины вообще никогда? Вот именно об этом мы поговорим в следующем видео. Пишите в комментариях, к какому типу относитесь вы, если вы себя узнали. Будет прикольно почитать не только вам, но и всем остальным. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, и ждите моих следующих видео.